Луковицы тюльпана Дарвиндер Веснау нужно выкапывать каждый год. Место посадки рекомендуют менять один раз в 4-5 лет. Участки для выращивания выбирают хорошо освещенные или частично затененные. Сорт средних сроков цветения. Бутоны распускаются в конце апреля, мая. Цветы крупные, белоснежного оттенка, высотой 7-8 см и диаметром 10-12 см, полностью не раскрываются. Продолжительность цветения одного бутона 8-10 дней. Используют тюльпаны Дарвиндер Веснау для оформления различных цветников, а также для выращивания на срез. Тюльпан Дарвиндер Веснау – это травянистый высотой 40-45 см. Цветет растение в месяц май. Окраска цветка белая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.